Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и встречаю вас в форме золотого доминуса Хаги-Ваги, потому что я его заполучил, вступив в группу. Ха, классно. Теперь у меня есть еще один аскинчик в этой игре. Сегодня мы попробуем найти всех оставшихся. У нас здесь, в принципе, не так уж и много осталось, но они самые-самые сложные, потому что в прошлых видео я уже нашел достаточно много. Кстати, если ты их не видел, обязательно посмотри у меня на канале, ведь вы еще там собираете целую кучу лайков, друзья. Я даже в шоке, даже я просил 500 лайков, да, вы собираете 1000 лайков. А что будет, если я попрошу поставить 1000 лайков? Вы соберете 2000 лайков? Надеюсь, будет действительно так. Давайте проведем для вас такой челлендж. Ставьте лайки и посмотрим, сколько мы сможем набрать. Также еще на канал подписаться не забудь, вообще будет просто топчик. И первый скин мы, короче, пропустили его вот здесь. Вот сейчас давай я обратно свою форму трансформируюсь. Так, а как мне обратно трансформироваться? Так, превращаем сюда. А, я, наверное, не могу, да? Ну-ка, давай ресет сделаем. Это же не та игра, где можно вернуться обратно в свою форму. Сейчас мы отыщем. А чё, куда я подевался? Во, вот здесь, где-то, короче, вот тут в лесу есть еще один скинчик. Во, вот он. Я видел, вот так, я до него допрыгнуть не могу, мне нужна перчатка. Хоп, а, достал, нет? Да, достал, и это у нас Бази Вузи. Кто это такой? Бази Вузи, давай смотреть сразу же. Это у нас не то. А где у нас? Вот, пчелка! Класс, теперь мы пчелка! Хаги-баги, пчелочка! И, кстати, здесь у меня еще вот огненный есть, да? Что-то я... Огненные объятия! О, огненный хаги-баги! Но я что-то вообще не помню, где я его получил. Я уже столько всяких скинчиков нашел, друзья, но не помню, где это взял. Если ты помнишь, напиши в комментариях, где я его нашел. А мы сейчас делаем еще ресет и пойдем искать дальше всех хаги-ваги. Здесь, конечно, у нас есть вот эти подсказки, где кого искать можно. Вот эти, оставить свое копье рядом с дверью, забыл вернуть его, но, к счастью, ладно, понял. Вернее, ничего не понял, но мы обязательно найдем. Так, вот эти ребята даются у нас за премиум 30 минут игры. Но я не знаю, как... О, это что это? Кошмарный хаги-ваги. И получить его за играбельного персонажа. Завершите полосу препятствий. Ага, хорошо. Будем завершать все полосы препятствий. В общем, здесь, так или не здесь, где-то... Не, не здесь. Видимо, дальше. Здесь мы вроде бы вот всех нашли, да, здесь это все были найдены. И мне надо отправиться куда-то так. Не сюда, сюда же я не могу пройти. Сюда вроде не могу пройти, здесь все закрыто. Но вот это вот, что это такое? Вот это я могу собрать? Видите, здесь у нас еще какие-то штуки есть. Нет, эти не собираются. Вот у нас здесь еще, короче, много скрытых комнат. Очень много скрытых комнат, которые вообще так сразу и не увидишь. Вот, допустим. Но это не скрытая комната, это просто комната. И сюда я еще ни разу не заходил. Но я уже вижу, здесь есть, смотрите, какой-то хаги-ваги. И как мне его получить? Это у нас аксолотль. Обнимашка написано. Давайте посмотрим, где он. Аксолотль. Вот он. О, классно. Реально как аксолотль выглядит. Давай еще посмотрим. Здесь же не может быть одинокий. Так, вот. Или нет, мне показалось. Или вот здесь. А, вот здесь вот, смотри. Опа, есть ушки. Стоп, а куда я? А где я? Я куда-то провалился. Слушай, я под землю куда-то провалился. А куда? Где? Что? Как я здесь оказался? Неужели я просто нырнул и оказался под водой? Под землей? Где это я? Что это происходит? Я не понимаю. Здесь все закрыто. Как я сюда попал? Я хотел ушки... А я собрал вообще эти ушки или нет? Ну-ка, так это... Нет, вот это кошачье объятие, наверное, это они. Я должен был их собрать. Ну-ка, давай еще здесь поищем. Может, мы здесь еще кого-то найдем? Или это тупик? Отсюда не выбраться. Как я сюда попал? И как мне теперь отсюда выбираться?
Ничего не понятно. Смотри, это реально кажется тупик. Отсюда не пройти и не выйти. Жесть. Ладно. Телепортируемся давай обратно сюда. И попробуем еще раз собрать. Попробуем. А так, здесь открывается у нас что-то вообще? Что ты здесь стоишь? Так, здесь вроде ничего не открывается. Ну ладно. Сейчас мы попробуем еще раз забрать. А то у меня в первый раз не получилось. Меня просто телепортировало. Так, вот у нас есть вот эти ушки. Да что такое? Мне надо как-то отсюда пройти, видимо, чтобы заполучить. Меня просто эти ушки телепортируют. И где-то есть здесь эта кошка, значит, которую нужно одолеть. Может, мне здесь в форме аксолотля надо проходить, чтобы что-то здесь у нас появилось. Так, стоп. Вот это что это такое было? Скрытая комната! О, да! Смотри, я случайно нашел вообще. Случайно, и вот у нас и есть эта кошечка. И как она, кошачьи объятия называются. Отлично, телепортируемся. Давай опять сюда. И отправляемся. Так, вот мы отсюда пришли, можно сказать. И нам надо вот идти вот сюда. Кстати, здесь вот в таких вот местах тоже бывает что-то лежит. Вот в фонарях, надо тоже искать. Оказывается, а я вообще даже не знал. И через вот этот фонарь можно как-то подняться. Я один раз случайно запрыгнул вот так вот и вылез куда-то в секретную комнату. Так что надо... надо аккуратно залазить. И, кстати, там еще, где мы находили, бегали, там последняя комната такая была, и где много конвейеров. Вот там вот еще мы не заметили кое-что, а я вот заметил. Вот, я собрал, смотри, я собрал обнимающиеся черепахи какие-то. Так, давай смотреть, что за обнимающиеся черепахи. Что-то мы нашли такое интересное, интересное, интересное. Так, вот это, да? А, да, это обнимашка-черепашка. Ага, понятно. Ну-ка, здесь может быть еще что-то есть. Здесь у нас ничего нет, а здесь... Давай, оп, здесь тоже. Кстати, смотри, я... О, у меня почти... Я прошел, слушай, я прошел сквозь текстуры. А это значит... А это значит, что я могу получить вот эту штуку. Это и есть та зеленая, о которой я говорю... Я видел что-то такое зеленое здесь. А это реально сюда можно пробраться, прикинь. Сюда реально можно было залезть. Обалдеть. И что я здесь получил? Давай проверяем. Проверяем. Так, мы получили, получили, получили. Так, это у меня было, было, было. Это тоже было, панда была. Соник Хаги-Ваги. Сус, ну ладно, давай черепашку проверим. Черепашка. О, у нее даже панцирь есть. Смотри. Классная черепашка. Дальше у нас смотрим, что у нас здесь. И здесь у нас так. Это пчелка мы видели. Этого огненного видели. Балди видели. Котика давай посмотрим. Это у нас кошачье объятие. Смотри, какой котяра у нас теперь есть. Дальше смотрим. Дальше, дальше, дальше. Так, аксолотля мы еще не посмотрели. Вот у нас аксолотль. Вот такой вот прикольный. Мне нравится этот аксолотль. Дальше. Дальше смотрим. И у нас теперь вот того, кого мы нашли. Да, так. И Пикачу у нас был. Фредди у нас был. А кого мы нашли вот здесь вот? Кто-то же у нас такой... А, вот он. Вот спрятался. Хакс. Хакс Хаги-Ваги. О, это прям читер. Ну-ка. О, жесть, он быстрый. Слушай, реально читер. Это потому, что мы сквозь текстуры прошли. И кто вот сюда попадет, тот читер. Все, мы стали читерами. Ой, а где? Да, читерить, конечно, от тебя не фунт изюма. Класс. Ой, здесь есть Человек-паук. А что ты здесь делаешь? Конор. А как он так ходит? Ну-ка, слушай, Конор, дай-ка мне сюда. Что это такое вообще? Здесь у нас реально ходит Человек-паук. Что? Простите. И что мне с ним делать? Что мне с этим Конором делать? Непонятно. Он полетел. Это летающий Человек-паук. Жесть, это странно, очень-очень странно. Ну ладно. Непонятные какие-то вещи происходят здесь, странные. И мы погнали давай дальше.
то, чего мы еще не заметили и не посмотрели. Здесь мы руку собирали, если что. Сюда мы заходим. И что у нас здесь? У нас здесь тоже есть какая-то комната. По-любому мы еще что-то здесь не увидели, да? Или нет? Так, вот, кстати, меня вот такие вот тени всякие немножечко пугают, потому что здесь реально есть скрытые комнаты, которые вообще даже не разглядишь. Не разглядишь. Ладно, заходим сюда. И что это такое? Что это такое? Так, 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 так. Поднимаемся сюда, поднимаемся. А мы здесь были? Мы здесь точно были? Да, мы здесь были и находили... По-моему, мы здесь все нашли. Корону вот эти все нашли. Да-да-да-да-да. Точно, точно. Вот корона здесь была найдена. Но может мы что-то упустили? Может быть так. Давай смотреть. Здесь вроде бы все, все есть. Да, здесь мы собрали вот эту гантельку Нубика была. Дальше. Смотрим, здесь у нас тоже вроде бы все собрано. Вроде бы да. Значит, нам надо идти дальше. Здесь мы все собрали. А, нет, стоп. Это что это такое? Это что это такое? Ну-ка. Я взял? Я взял! Это бабуля! Это Гренни! Это была Грейн. Так. А может еще что-то мы здесь пропустили? О, да, смотри! Здесь еще есть этот леденец. Леденец. Так, а как мне его достать? Как-то мне его надо достать, слушай. Вот так вот. Оп, а, достал? Нет? Интересно, кажется, что не достал. Так, а давай вот так вот, оп, а, получилось? Я не понял, получилось или нет? Так, давай, и еще попробуем, давай, 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 давай. Ха. Ну, я не знаю, вроде как я до него доставал, но я не знаю, получилось у меня его собрать или не получилось. Так, давай проверяем, где-то у нас Гренни должна быть. Гренни, мы его получили? Нет, найдите леденец, зажатый в темном месте по всей фабрике. Леденец все-таки мы не взяли. А Гренни где у нас? Гренни, 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 Гренни. Так, это Балди. Гренни, 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 Гренни. Я не вижу. Я не... А вот это Гренни. Я совсем забыл, куда положил этот значок. А, Гренни мы нашли, реально. Так, давай попробуем вытащить этот леденец. Все-таки может у меня получится. Давай вот так вот. Хоп, хоп, давай, хоп, ну, давай, цепляйся, ну, у тебя получится, я верю в тебя, давай, оп, давай, 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 о, есть, да, Гринч, хаги-баги, ой, коробки даже таскаются, прикольно, итак, все, у меня есть теперь, есть вот эти скинчики, так, давай мы посмотрим Гренни. А, где она у нас? Где-то вот у нас бабушка-обнимашечка. Опа, Гренни хаги-баги. И где у нас Гринч? Гринч, Гринч, Гринч. Это он у нас где-то должен быть здесь сверху. Во, Гринч хаги-баги. Вот она у нас. У него еще телефон в руках, что ли там находится? Смотри, реально. Телефон в руках и конфеточка. Прикольно. Ладно, теперь мне надо опять ресет сделать. Потому что еще дальше мне придется забираться. Хорошо. И телепортируемся мы. Так, куда бы мне телепортироваться? Здесь мы вроде бы все отыскали. Ну давай посмотрим. Может мы что-то здесь упустили, пропустили. Так, здесь у нас СУС стоит. Так, глаз мы вот этот собирали. Глаз мы этот находили. Так что погнали мы вот сюда. Так, все стены проверяем. Проверяем все стены, потому что здесь реально что-то может быть спрятанное. Где-нибудь в стене валяется, да, что там это, я не знаю. Вот, что это такое? Не, нормально. Здесь мы все... А, здесь мы были. Здесь мы были, здесь мы забирали этот скинчик. Хотя... Хотя, знаете что? Давай-ка мы проверим кое-чего. Так, заберемся сюда. Вот так вот. И заберемся вот сюда. Может, здесь есть скрытая комната какая-нибудь, а? Которую мы не заметили. Вот здесь, может быть... Что? Здесь была скрытая комната? Я чисто, случайно вообще сюда запрыгнул. Чисто на рандоме. Кого я вообще выбил? Не! Но это быстрый способ отсюда выбраться, на самом деле. Ладно, смотрим, кого мы получили. Мы какой-то скинчик же здесь надыбыли. Какой-то крутой причем скинчик здесь надыбыли. Так, смотрим, смотрим, смотрим.
Это у нас все было? А, вот, это этот, как из ФНФ, малыш. Мальчик-обнимашка он здесь называется. Прикольно. Да, уж здесь столько скрытых комнат, это просто жесть. Так, сюда мы ходили, не ходили. Так, сюда вот мы вроде заворачивали, да? Здесь вот мы были, давай повернем вот в эту сторону. Повернем вот в эту сторону и посмотрим... Что это было? Только что вы видели, отсюда кто-то вылез. Кто-то отсюда вылез. Так, стоп. Стоп. Это там кто? Кто там? Кстати, здесь тоже как будто секретная комната вот здесь вот. Оп. Нету секретной комнаты. Или все-таки есть? Че-то меня здесь немножечко смущает вот эта вот полосочка. Ну ты видишь ее, да? Вот эта вот полосочка. И вот мне кажется, там что-то есть такое. Ну ладно, видимо нет. Видимо я уже себе сам накручиваю. Итак, погнали. Здесь мне надо пройти обе, да? Ну давай, погнали. У меня есть рука так-то. Хоп. И вот здесь есть комната какая-то. Давай попробуем туда отправиться. Засейвиться. Есть. Ой. О, здесь тоже был скинчик. Маркер-обнимашка. Ого, маркер-обнимашка. Так. И как мне теперь дальше подняться? Вот сюда могу зацепиться? Оп! Оу! Ты меня прям сюда телепортировал. Настолько далеко меня выкидывает. Жесть! Так. Ладно, я понял. Понял, значит, больше так ошибаться мы не будем. Аккуратно здесь пропрыгиваем. Вот так, давай вот так. Дальше. Дальше. Мне, наверное, надо сразу вот сюда вот так вот. Хопа, цепляемся. Оп! А, что? Я не успел слезть, да? Блин, я не успел слезть. Я просто не успел слезть. Ладно, давай, ошибочки, надеюсь, больше такие совершать мы не будем. Короче, самый простой способ, я так понимаю, вначале вот сюда забраться, да? Так, оп, и отсюда потом запрыгнуть, наверное, вот сюда, вот так вот, и вот сюда. Есть, и кто это у нас? Это у нас... Кошмарные объятия. О, да. Кошмарные объятия. Ну, давай посмотрим на кошмарные объятия. Это, кстати, мы... Вот этот вот, да? Где? Вот так мне этот чернильный. Это ниндзя. А где ниндзя-то достать? Мне ниндзя надо тоже. Во, кошмарные объятия. Жесть. Ха. И мы еще маркер находили. Маркер. Маркер, где-то он был. Кстати, у Соника тоже похожий был. Вот. Все, вот он маркер. Ага, что это значит? Я не понимаю прикола, друзья. Если вы понимаете, напишите в комментариях. А я пока так телепортируюсь, наверное. Так, мне, наверное, ресет надо сделать. Надо сделать ресет. А сколько у меня вообще осталось? Сколько у меня осталось ненайденных? Давай посчитаем. Так, если... Так, смотреть, вот этот раз. Дальше. Вот эти три не считаем, потому что надо в игре долго сидеть. Пригласить в друга тоже не считаем. Так, два ниндзя. Дальше три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять еще скинчиков мы не нашли, друзья. Ну просто видео уже идет 18 минут. Я предлагаю всех оставшихся уже найти в следующем видео. Поэтому обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. И в следующем видео мы найдем всех хаги-ваги в этой игре. На этом у меня все. Не болей, не скучай. Пока-пока.